Продолжаем играть. Так, вот теперь можно все ресурсы выбрать после того, как все осветил. В идеале, конечно, так и делать нужно. Осветил, потом по освещенному идешь, все забираешь. Но так как сейчас есть заброшенные шахты, если, блин, когда-нибудь выйдет мод, то... Не знаю, я, наверное, с этим модом играть буду, который позволит их отключить полностью. Вот. Желательно пещера осветить, потом уже забирать все. Это безопаснее. Ну, для новичков желательно. Если вы давно играете, достаточно хорошо играете, то это не будет для вас проблемой абсолютно. Так, все, это последний уголь, который я сегодня собрал. Он занимает слишком много места. Все-таки, наверное, надо было с какой на фортуну идти и упаковывать все в блоки, но... Блоки тоже в определенный момент занимают больше одного стака. И это не имеет... Хотя, не имеет значения тоже, но... Я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Я надеюсь, что вы поняли. Неплохо. Эх, обратно в шахты. А так не хочется. Блин, у меня кончились факела. Так. Потихоньку кончаются... Уголь. Надо будет его потом накопать. Обычной киркой. Ага. Эй. Ну не лагай, пожалуйста. Спасибо большое, игра. Так, что там народ пишет? Так, отсюда я пришел, да? Я свернул пещеру. Ну, звук от микрофона, во-первых, если записывать отдельно, то его можно почистить в той же Audacity. Все это есть в Гугле, например. А если говорить конкретно про мой случай, то мой микрофон хороший. Samsung C03U, марка написана. Цена тоже не секрет, 6000. Если бы он за эти деньги был куском говна, я бы потребовал бы их обратно. Но этот мир устроен не так. Как правило, здесь что-то дорогое, это хорошее. Не всегда, но... Не факт, что оно стоит своих денег, да? Не всегда, да? Ну, как правило. Так, железо. Железо кончается просто вау. Я построил железную дорогу небольшую, у меня уже так поубавилось блоков железных. Ага, это тот самый. Вау. Меня это охренительно пугает, но мне одновременно и охренительно нравится этот звук. Он знает, по крайней мере в этих наушниках он звучит как... Вау. Охренительно звучит, в общем. Ладно, будут за спиной улюлюкать, тогда развернусь. Ага, вон он уже.
Так. Не, наверх. Что, 8200 фолловеров, говорят. Проверим сейчас. Так, 8201 фолловер, с чем я вас и себя поздравляю. Обновляю название. Ура! Ура, товарищи! 8200 фолловеров. Это охренительно. Это просто шикарно. Надо найти место, откуда зомби валились. Вау. Вот это лагает, слушайте. Даже странно. Как будто мышка дергается. Мне все-таки этот снапшот еще очень нестабильный. Я его, конечно, не буду убирать. Но я думаю, я сделаю другой бэкап для сегодняшнего стрима. Просто у меня один бэкап есть. Я его постоянно обновляю. То есть я поиграл, залил, поиграл, залил, поиграл, залил. Ну вот, сегодняшний достримовый, постестримовым заменять, пожалуй, не буду. Как-то мне это не очень нравится. Вообще не люблю, когда что-либо глючит. Да и никто нафиг не любит. Когда Айзек будет? Не знаю, возможно, только когда Реберс выйдет. То есть в начале 2014-го. Нет, слушайте, громко очень. Очень громко Hostile Creatures. Поставил это, по-моему, как раз-таки вот мобы. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Блин, это самая огромная пещера, наверное. Самой потрясающей генерации. Не уверен, что мне это нравится. Ну, это круто. Невозможно просто исследовать эти пещеры. Как сказать? Блин, забыл слово. Планомерно, что ли, по-моему. Вряд ли так. Ой, не нравится мне то место. Ой, не нравится. Ах ты ж ублюдок. Жублюдок.
А зачем мне лазуритного гнома приглашать в синглплеер? Да я не думаю, что им это особо надо. А, этот был. Я, видимо, сюда не пошел. Также положив болт. Ха! А, слизень, сегодня твой день. Но не совсем. Точно, я пробегал мимо этой пещеры, я просто пошел не туда тогда. Ну, не в эту сторону. Я их там куда-то свернул. По каким причинам даже не помню, но это факт. Только что, в смысле. 5 минут назад, возможно. Так, о. Так, немножко. По Шурику. Ап. 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 С растом крипер. Лучше бы это крипер был. Тут я зашел. Так, к слову. Вот здесь я зашел в этот каньон сегодня. Очуметь просто. Да, какого я крюка дал и пришел фактически к выходу. Ко входу. Скукотень. Нет, дружище, это Майнкрафт. Если скучно, то Майнкрафт явно не для тебя. Майнкрафт, он вот такой. Нравится это вам или нет? Он такой. Это игра, блин, такая. Скучные бывают люди. Мне, например, интересно. Очень интересно. А, привет, Ахеев. Нет, комп я не сам собирал. Мне собирал знакомый, который работает... ну, компьютеры комплектующие продает он. Хороший знакомый. Поэтому я ему доверяю, он мне собрал его. Ну, он просто предложил вот такую конфигурацию и вот такую конфигурацию. Говорит, вот это вот стоит столько, чуть подороже. Но видеокарту заменить придется там. Ну, чем быстрее, тем лучше. Она просто слабенькая. Это или вот такая вот, там, чуть подешевле. Вот еще наоборот. Ну, в общем, одна дешевле с хорошей видюхой, которую не надо менять, которая у меня сейчас. И один вариант подороже, но... Фу. Ну, короче, вы поняли. У меня уже голова. 4 часа стрима делают свое дело. Так, у меня там кусок пещеры недоисследованный остался. По-моему. Сейчас мы туда вернемся, а потом поднимемся и, наверное, закончим на сегодня, потому что 4 часа это... Ой-ё-моё, сколько всего произошло. Да, кстати, если с качеством видео все будет в порядке, возможно, я даже просто сделаю нарезку из сегодняшнего стрима. Тоже, кстати, как вариант. Я не знаю просто, как OBS пишет, с какими параметрами. Если с хорошими, то... То все будет просто замечательно. Ага, все, исследовал. Чтобы выкинуть из этого. Вот это, пожалуй. К черту эти доски.
Еще из-за досок тут не выделывался. Опа, еще золотишко. Как приманка, блин. Вот эти вот хреновины, они реально как ловушка. Ты заходишь туда, и ты не видишь почти ничего. Так, сейчас еще спустимся вниз, посмотрим. Мама. Не кисло. Откуда? Или это те же стрелы падали? Не, наверное, те же стрелы были, просто они с какого-то блока сваливались. Ну или звук глючит, что вероятнее. Вау, 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 вау. Ты я его ударил? Немножко назад давайте вернемся. А может еще и не ухожу. Места-то какие рыбные. Силу тащим, копаю все, чтобы кирку 50 раз не переключать и не тратить на это время. Да? Мистер Ророшах, по-моему. У тебя ник, кстати, если только не транслитом, то неправильно. Я посмотрел, блин, там по-английски пишется очень замудренно. Весь стрим пропустил, в общем. Сужается, сужается, сужается. Все. Нет, забаненные аккаунты я не буду разбанивать даже при подписке. Платная подписка не дает никаких преимуществ, никаких... ну как... преимущество дает, но не в плане разбана там халявного или... или чего-то такого. То есть правила для всех одни. Получил бан, значит получил бан. Неважно там, платный ты подписчик, неплатный подписчик. Я считаю эту политику правильной. Я считаю это правильным, вот и все.
Хочешь подписаться, подписывайся с нового аккаунта, как бы веди себя хорошо. А то получится как, накосячил, подписался, я тебя там оскорбил кого-нибудь, подписался и получил разбан. Я не думаю, что люди это оценят. Я бы сам не оценил, если бы со мной так сделали. Ну, то есть, если бы меня кто-то оскорбил, да, его забанили, он заплатил, и его разбанили. Что за дела такие? Так, я помню, там вот где-то тут вот... А, нет, стоп. Отсюда я пришел. Во, вот сюда, по-моему, я ходил. По-моему, я там что-то подзабыл. Где-то в стене. Нет? Я просто, по-моему, я где-то золото забыл. Кто уходит, вы уже, наверное, ничего не пропустите. Не берусь, конечно, утверждать, но просто стрим сейчас уже скоро закончится, так что, если кому-то именно нужно идти спать или еще что-то, идите, ложитесь, никуда стримы от вас не уйдут. В любом случае будет отчет. А, во, вот тут. Викс, считать чужие деньги неприлично. Люди хотят платить, люди платят. Никто их не заставляет. Это абсолютно их решение. И если я еще раз подобное сообщение увижу в чате, ты получишь бан. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Я ферму слизни еще не достроил. Там только начал выкапывать. Да блин, я сегодня закончу или нет? Получают бан, они, как правило, либо жестко кого-то оскорбляют, либо рекламят, либо спамят. Эти люди могут обижаться сколько угодно. Спамеры и рекламщики вообще за людей не считают. Потому что это... В прямом смысле, потому что чаще всего боты. А те, кто допускают себе... Позволяют себе такие оскорбления, за которые можно получить бан. Этих людей, я думаю, никто не будет уважать. Никогда. Если там кто-то, там, скажем так, родных оскорбляет, близких, чьих-то. Такие люди получают баны. Лишаются всякого уважения. К себе. Привет тем, кто приходит. Пока тем, кто уходит. Надеюсь, что никто не уходит. Хотя, конечно, народ, наверное, подсваливает. Нет, если модер промахивается по кнопке, то человека разбанивают. Модератор-то обычно видит. Блин, где я сюда зашел вообще? А, вот тут. О, привет, маленький ублюдок.
Little bastard. Ну, народ уже спать расходится. Ну, уже у многих уже за полночь. То, что 400 человек сидит, это наверняка Москва, Питер. Там, и... То, что рядышком с ними. Ну, Украина, возможно. Украина сейчас только 10:30. Так, я вернулся туда. Я снова там же вышел, блин. А, я забыл, где я каньон увидел. Мне надо найти те каньоны срочно. Вот сюда, кажется, я шел, да? О. Надо как-то аккуратненько спуститься. Беларусь. А, ну да, и Беларусь, конечно.